начинает свою эволюцию в яйце. Через пару дней он становится такой личинкой. И дальше маленький такой муравей, беленький, он еще не двигается, но уже похож на муравья, у него все части похожи. Но он как будто бы к какой-то доске прилип. Потом он встает коричневым, но все еще не двигается. А потом уже он немного начинает двигаться, и тогда уже может немного ходить, не очень-то быстро. И концовка эволюции – это он встает черненьким. Но если его выбрали охранником, то тогда он будет в один раз больше, чем один муравей обычный. Два муравья, они как один большой.